Трехэтажные дома с красными крышами на Олимпийской теперь украшают левобережную часть города. Изо дня в день здесь трудятся специалисты одного из крупнейших застройщиков в городе. Под руководством прораба Юрия Кулешова бригада из 60 человек должна сдать под ключ 4 многоэтажки. Работы ведутся параллельно. В среднем на строительство одного проекта уходит от 7 до 8 месяцев, делится прораб. Ну вот этот дом был, значит, где-то год назад, 12 месяцев назад, но он готов у нас, стоит с Нового года, готов под сдачу. Этот дом мы начали в октябре прошлого года, он сейчас тоже готов под сдачу, но у нас остается благоустройство, доделываем и все. Застройщики проверены временем, работают в Когалыме уже порядка 10 лет. Капитальные панельные строения вместимостью в 56 квартир выполнены из современных отделочных материалов, рассказывают специалисты. Площадь стандартной трешки достигает 70 квадратов, из окон которых откроется вид на новую детскую площадку и парковку для машин на 36 мест. 14-й дом по проспекту Шмидта уже достроен. Площадь девятиэтажки 2200 квадратов. Сегодня строительство 4 трехэтажек ведется также по улицам Романтиков и Механизаторов. Заселение жильцов планируется ближе к осени. Таким образом, удастся расселить около 200 семей из аварийного жилого фонда, отмечают в администрации. Всего до конца года в Когалыме появится 7 новых адресов. Площадь застройки 19 тысяч квадратных метров. Это 407 квартир. Многоквартирные жилые дома будут введены в эксплуатацию и в районе Пионерной. По окончанию строительства многоквартирных жилых домов после подачи застройщиками документов на ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов администрация города Когалыма в составе рабочей комиссии производится осмотр данных многоквартирных жилых домов совместно с жилыми помещениями, которые находятся в данных домах, осматриваются на наличие дефектов. Если такие дефекты есть, застройщики в оперативном порядке готовы всегда устранять данные дефекты, поэтому при вводе в эксплуатацию многоквартирных домов качество данных домов является наилучшим, которые могут обеспечивать застройщики. Сегодня в Когалыме также активно развивается индивидуальное жилищное строительство. Уже введены в эксплуатацию 38 домов. В сегодняшний день в районе Пионерном активно застраивается часть индивидуального жилищного строительства. По предыдущему году это было около 8 тысяч квадратных метров жилья. В этом году это уже 4 тысячи квадратных метров жилья. На территории города также определена территория за рекой Кириллом для индивидуального жилищного строительства площадью около 9 гектаров. На данную территорию планируется к разработке проект планировки и межевания территории. До конца года также запланировано достроить еще порядка 50 частных домов на участках, выделенных под индивидуальную застройку. Юлиана Сотник, Евгений Скляров, «Наши города».